первый полукоманда Владимира. Добрый день, уважаемые болельщики. Сегодня физкультурно-оздоровительная комплекса города Владимира проходит очередные матчи межрегиональной мини-футбольной лиги «Золотое кольцо». В первом матче игрового дня встречается МФК Владимир, город Владимир, Аркадо Бинго-Вион, город Ярослава. Предлагаю вашему вниманию состава играющих команд. Команда Владимир, город Владимир. Футболки красно-белого цвета, ветры красного цвета. Номер один. Мишин Евгений. Номер два. Крадыгин Иван. Номер три. Миронов Андрей. Номер четыре. Зинович Андрей. Номер пять. Бобров Александр. Номер шесть. Кириш Данила. Номер семь. Отмахов Максим. Номер восемь. Призакар Игорь, номер 9, Каванов Артем, номер 10, Подумов Андрей, номер 14, Поховский Сергей, номер 17, Мангушев Марат, номер 20, Киосян Давид, номер 15, Кузнецов Александр. Главный тренер команды Миронов Андрей Сергеевич. Начальник команды Агивов Борис Михайлович. Команда Аркадо Бинго-Бум, город Ярослава. Футболки синего цвета, гетры синего цвета. Номер 71, Дунев Алексей. У команды Бинго-Бум первый фол. Номер 17. Кокорин Кирилл. Номер 3. Рузов Александр. Номер 27. Рузов Алексей. Номер 9. Бабулев Сергей. Номер 7. Бабулев Максим. Номер 8. Номер 8. Зинин Сергей. Номер 25. Корнин Кирилл. Номер 98. Емельев Никита. Номер 86. Лысяков Дмитрий. Номер 11. Кабаев Евгений. Номер 35. Никитин Евгений. Номер 67. Монахов Андрей. Главный тренер команды Ткачев Илья Владимирович.
Матч проводит судейская бригада в следующем составе. Судья матча. Бутаков Юрий, первая категория, город Владимир. Второй судья. Поляков Артем, первая категория, город Ярославль. Третий судья. Забина Дмитрий Хромин, Крис Туршаков, Олимпий. Второй фаул. Thank you.
Oh,
столбов кидает. Да, видел, футбол такого нет. Все накидывают, там кабан стоит. То есть стиль ушел специально такой же, все играют в Борисове. Команда Аркады Верховом, 4-й фол. Пошла последняя минута первого тайма.
передаче Ахмахова Максима номер 7, мяч ворота команды Аркады Пентабум, забил Миронов Андрей номер 3. Счет 1-0 впереди команды Владимир. Дальше добавлял Сергея номер 9 мяч у ворота команды Владимир забил Подолев Максим номер 7. Счет 1-1. Передача Рыжего Александра, номер 3 мяч ворота команды. Один из его Рыжего Алексея, номер 27. Счет 2-1 в 3 команды Аркады Пентабум, город Ярослав. Thank you.
команды Аркада Дедновок, первый фол. Thank you.
ворота команды Аркадия Нербабом забил Карев Данила, номер 6. Счет 2-2.
я сюда не первый фол. В команде предупрежден Дарья Данила, номер 6. Слышь, а?
у команды Аркада Жангагон, четвертый фол. Go!
Внимание команды. Последняя минута матча. У команды на закрывание второй форт. Команда Николай Владимиров взяла тайм-аут. Потому что, смотрите,